Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и я просто сумасшедший, потому что прямо сегодня я потратил всю свою голду и продал все свои скины ради... Смотри видео дальше, и ты узнаешь, ради чего. И как обычно, я дарю очередной нож для моих подписчиков. Чтобы получить данный керамбит Dragon Glaze, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, ребята, ради этого видео мне пришлось перелогиниться на второй аккаунт. Почему на второй аккаунт? Да потому что на этом аккаунте гораздо больше скинов и гораздо больше голды. А если точнее, то 64 тысячи, ребят, вы просто представьте, насколько же это много. И прямо сейчас я могу очень сильно прогореть, но все-таки я надеюсь, что все будет так, как я думаю. Ну что же, ребята, давайте прямо сейчас зайдем в магазин, в акции, и внимательно посмотрите на специальное предложение. Оно закончится ровно через 54 минуты. Данное видео я снимаю в 2 часа ночи. И ровно через 54 минуты закончится данная акция, и Charm стикер паки должны выйти на рынок. У многих из вас возникает вопрос, почему же вообще решил купить чарм-паки? Ребята, потому что сами разработчики написали то, что эти чарм-паки выйдут на рынок. Внимательно почитайте. Акция продлится всего неделю, после чего паки Хэллоуин будут доступны только на рынке. И я думаю, что они будут стоить очень-очень дорого. Но, ребят, самое интересное, а вдруг разработчики решат всех удивить и что-либо изменят? А вдруг они добавят на рынок, потом уберут или еще что-то? Я не знаю, чем все это закончится, я вам скажу только одно. Ребят, обязательно смотрите видео без перемоток, потому что я специально для вас снимаю это видео ночью, чтобы в 3 часа ночи, когда закончится эта акция, посмотреть, что же будет дальше, что произойдет и добавят ли эти чарм-паки на рынок. Также, ребята, еще один очень-очень важный факт. Когда мы выбираем рынок, фильтр, тут есть хэллоуинская коллекция. Это означает только одно, то что все-таки эта коллекция однозначно выйдет на рынок. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы будем приступать к самому интересному. Это покупать чарм-паки, потому что уже осталось ровно 43 минуты. Времени реально очень-очень мало, потому что я хочу купить эти чарм-паки на абсолютно всех моих аккаунтах. И купить их на очень-очень большую сумму голды. Ну что же, полетели. Нажимаем магазин, акции, хэллоуинские чарм-паки. Честно говоря, ребят, я могу прогореть, потому что они могут стоить и по 100 голды, и по 200. Я не знаю, чем же все это закончится. Ну что же, вы готовы? 25 тысяч голды, вы просто представьте, какая же это огромная сумма, ребята, я просто в шоке. Ну что же, давайте, 3, 2, 1, купить. Ребята, посмотрите на все это, просто посмотрите, просто взгляните, 25 тысяч голды, как же это много. Я просто в шоке, вы вдумайтесь. Я очень надеюсь, что они будут стоить очень дорого. Я их буду специально ждать, копить, потому что, ребят, я уже потратил 25 тысяч голды. И это далеко не конец, потому что это только начало. Ребята, идем покупать дальше. Покупаю дальше. Давайте пока что я куплю еще, ну, так сказать, давайте, ну, штук 8. Так, ребята, у меня осталось 35 тысяч голды. А буквально минут назад было 65. Я уже потратил 30к, да? Я просто в шоке. И знаете, ребят, что я еще думаю? А может мне еще купить Furious Case? А мало ли что-то произойдет? А мало ли что-то изменят? И мало ли Furious Case? А вдруг их тоже уберут? Давайте, ребят, возможно, вы скажете, я сумасшедший. Но на всякий случай я еще куплю штук 30 Furious Case. Ну, мало ли, вдруг... Давайте, покупаю. Просто посмотрите на мой инвентарь. Купил Furious Case, купил хэллоуинских чарм-паков. Блин, ребята, я просто в шоке. Я очень надеюсь, что они действительно выйдут на рынок. И знаете, ребята, что самое обидное? То, что вы сейчас сидите, смотрите и смеетесь надо мной, думаете, ахаха, Кента пока купил, допустим, Furious Case, а его не убрали. Я, ребят, не знаю реально, что берут, что не берут, поэтому давайте, на всякий случай, я еще куплю Rainbow Sticker Packy, тоже 10 штук. Просто, ребят, это трындец. Я покупаю все, что можно купить. Потому что, а мало ли, а вдруг... Эти скины потом в будущем будут стоить гораздо-гораздо дороже.
Также, ребята, я еще хочу что-то продать. Я не знаю, что можно еще продать с моего инвентаря. А давайте-ка я сделаю какой-то крафт. Ну давайте просто будем крафтить все, что можно крафтить, и будем потом продавать. Ребят, надо максимально быстро все это делать, потому что времени остается все меньше и меньше. А я еще хочу все это самое сделать на других аккаунтах. То есть я хочу на других аккаунтах тоже купить чарм-паки. Блин, ребят, как же не люблю такие моменты, вы даже не представляете. Так, о, наклеечка Rush. Продаем, продаем, найти на рыночке. Продаю за 295. Ребят, продаю по закупке, да, потому что нету времени продавать, мне срочно нужна голда, и это продаю 295, блин, ребят, просто посмотрите на все это, мне реально больно на это смотреть, но все это ради чарм-паков, надеюсь, я куплюсь, блин, ребят, вот вы смотрите видео это в будущем, и вот мне это интересно, блин, я куплюсь или нет, реально, очень переживаю, очень волнуюсь, вот эти Desert Eagle Morgan, которые мы бустили, блин, ребят, сколько наклеек, что еще можно продать в моем инвентаре, так, 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 арканы пошли, пошли арканы, так, ребят, слушайте, ну вот этот MP5 реактор мне вообще не нужен. Давайте его тоже продадим за 119 голды. Продаем. Также, ребят, на этом аккаунте у меня есть Керамбит Голд. Но его продавать, конечно же, я не буду. Но, чтобы вы знали, тоже есть. Так, пацаны, продаем, продаем, продаем. Да ё-моё! Блин, ух же это фейковая закупка от разработчиков. Ребят, продаю абсолютно все, что вижу. Да трындец просто, хоть я хоть за 110 продам. А ну-ка, 110. Трындец, за 110 не продаю. Ха-ха. Посмотрите, это, ребят, называется разработчики поднимают экономику. Посмотрите, посмотрите, ну просто посмотрите, это смешно. А за 105 продам? Просто, ну это трындец какой-то, разрабы, вы что делаете? Ха-ха. А ну-ка, за 105 даже не продал. А за 100 продам? Это просто фиаско, ребят. Я специально это вставлю, чтобы вы знали, что есть. Ну, за 100 голды хотя бы я продал. Я просто в шоке. Блин, ребята, я просто в шоке. Сколько же я купил этих чарм-паков, вы даже не представляете. Вот только что я зашел на мой самый основной аккаунт, на котором есть AVM Treasure Hunter. И даже на этом аккаунте я тоже куплю чарм-паки. Но я тут особо много голды тратить не хочу, потому что я тут всю голду собираю. Куплю просто пару штук, чтобы тоже было. Ребят, я просто в шоке. Я сумасшедший, я псих. Я потратил, не знаю, ну в районе 100 тысяч голды на эти чарм-паки. Надеюсь, я куплюсь. Ну что же, братва, остается 32 минуты. Я просто жду. Я очень надеюсь, что все это произойдет прямо сегодня и хлынскую коллекцию на рынок выставят прямо сегодня. Все, ребята, для вас это будет одно мгновение, но я буду ждать реально полчаса. 5 минут later. Ну чё, пацаны, дождались? Да, да, дождались, хэллоуинская коллекция вышла на рынок. Ну что ж, давайте смотреть, что сколько стоит. Самое главное, это чарм-паки, потому что у меня их очень-очень много. Ну, уже стоит почти 600 голды, это уже неплохо, потому что я уже в плюсе. А представьте, что будет через неделю, а представьте, что будет через месяц, а представьте, что будет, если я запущу стрим по бусту, а я его запущу, притом, в ближайшее время, там, завтра или послезавтра. Блин, ребята, как же это круто, посмотрите, их все скупают, мой вам совет, скупайте. Блин, ребята, я просто в шоке. Паучок стоит 18500, вполне адекватная цена, даже очень адекватная цена. Сколько у нас стоит серп? Серп стоит 8200, ничего себе, как дёшево. Дешево, ну прям очень дешево. Дальше, вампир. Кстати, кажись, мне даже вот такой вот брелок выпадал. Или мне, или Анетке, я не помню, кому это выпадал. Дальше. Такой брелок, косарь голды. Ну, я бы его не покупал. А вот этот брелок у меня их целых 4 штуки. Поэтому, ребят, так сказать, Кента пока тоже в плюсе. Поэтому я очень рад, что вышел такой апдейт. Разработчики большие молодцы, то, что они все это добавили. Блин, ребят, ну правда очень обидно, что вот такие вот даже дешевые брелки стоят всего лишь по 120 голды. Но я скажу вам так, не продавайте, потому что в будущем они будут стоить гораздо-гораздо дороже, потому что их будет все меньше, меньше и меньше. Ну что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, я думаю, что на этом все. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно напишите любой хороший комментарий. Ребята, также, если хотите поиграть бесплатно со мной в ММ, приглашаю всех на мой второй канал, ссылочка есть в описании. Там я бесплатно приглашаю подписчиков, там я бесплатно раздаю скины, там я бесплатно раздаю голду и все, как вы хотите. Поэтому, ребята, приходите по ссылочке на второй канал, а вдруг я прямо сейчас там стримлю. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.